200 суток, именно столько дней понадобилось для того, чтобы переломить ход Великой Отечественной войны и выиграть это сражение. К сожалению, о событиях тех лет вспоминают все реже, признаются историки. У молодого поколения переизбыток другой информации. Поэтому открытые уроки истории – вещь крайне необходимая в наше время. Тем более ребята в восторге от таких встреч. Когда видишься с такими летчиками-испытателями, сразу ты гордишься своей родиной, что есть такие люди, которые отдавали, могли отдать свою жизнь в честь своей родины. С каждым разом, когда мы приходим к ветеранам, мы более патриотичным становимся. Более 50 юных защитников Отечества с замиранием сердца слушали и сопереживали событиям тех лет. А когда на сцену вышел герой России, летчик-испытатель Тайги Птолбоев, все встали со своих мест и дружно аплодировали, отдавая дань уважения. Нужный шаг, полезный шаг для воспитания. И именно это Отечество, чтобы наши дети, наши внуки, чтобы знали, это наша родина большая, необходимо охранять и беречь. Летчик признался, что ему очень радостно, когда он видит юных ребят, готовых отдать все за свою родину. Достойная смена, отметил герой России. Елена Власова, Никита Суханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.